Всего в двух метрах от меня, а я нихуя не сказал. Как язык проглотил. Знаем ведь друг друга, виделись тысячу раз, но нет сил. Блин, как будто специально что-то сталкивает. Ты единственный человек, из-за которого у меня руки дрожат, как 4 года назад. Ничего не изменилось, ничего абсолютно. Может быть, там было слишком людно, или в другой обстановке. Да какой другой обстановке? Всегда будет слишком людно, всегда будет эта обстановка, всегда будет эта тусовка. Потому что ты часть ее. Ты же дура, блин, но почему? Почему это со мной происходит? Остановите мир, чтоб не вращался. Остановите меня пули, чтобы больше не встречаться. Не хочу всего этого. Не хочу, чтобы пришлось врать, изменять, обманывать. Этой ебаной музыки, этих невыносимых встреч с тобой. Хочу покой. Надо взять Нелли и куда-нибудь уехать. Надо где взять денег, если я ничего не умею. Я умею только рифмовать. А значит, надо писать. А значит, надо куда-то ходить, тусовать. Все это как-то пробивать. А значит, все время встречать. А может, это просто сон и... Ничего нет. А может, я смертельно влюблен? И ничего нет. And maybe all of this is